Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Citroёn C-Crosser 2007 года выпуска с двигателем 2.4 автомат, полный привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим втулки заднего стабилизатора. Втулки будем использовать оригинальные, не Mitsubishi, а Citroёn. Для этого мы поднимаем автомобиль и откручиваем скобы крепления втулок стабилизатора. Поднял автомобиль. Вот они, втулки стабилизатора, находятся у нас справа и слева. Так вот двигается стабилизатор. Болты на 12. Все, открутил скобу, сверху болт туго шел, побрызгал его, смог открутить. Здесь удобно сзади их побрызгать, снизу. Также откручиваем со второй стороны, хотя сейчас заменим эту втулку, а потом вторую сторону. Использовать будем втулки оригинальные 51, 72, 58. Берем, распечатываем. Внутри смазал втулку. Сейчас, пока втулка не одета, возьмем, смажем резьбу. Надеваем втулку. Надеваем скобу. Смазываем болты и наживляем. Затягиваем. Все, правую втулку мы заменили. Таким же образом меняем и левую втулку. Это уже показывать не буду. Все, заменил я вторую втулку.
На этом все. Замену задних втулок стабилизатора закончили. Всего вам доброго.